Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите последний информационный выпуск новостей на канале Инста-ТВ. Новый глава Банка Японии Харухико Курода отвел себе срок в 2 года, чтобы вывести японскую экономику на путь восстановления и победить дефляцию. Однако эксперты считают, что Куроде необходимо добиться значимых результатов в течение лишь 1 года. Пессимизм отмечен и в настроениях премьер-министра страны восходящего солнца Синдзо Абе, который в настоящее время усомнился в достижении целевого значения инфляции, так как экономика демонстрирует весьма негативную динамику, в условиях чего вряд ли можно надеяться на успех. Завтра Центробанк под новым руководством разработает план стимулирования экономики. Ранее Курода обещал принять все необходимые денежно-кредитные меры для восстановления былой мощи японской экономики. Чтобы не растерять доверие инвесторов, правительства и населения, глава регулятора обязан продемонстрировать позитивные изменения уже в течение ближайших 2–6 месяцев. Пока оптимистичные ожидания проявляются в бычьих настроениях на фондовом рынке Японии, где индекс находится на максимальных значениях за последние 4,5 года. Также на рынке бытует мнение, что неограниченная скупка активов, с помощью которой Курода намерен сократить дефляционные риски, способна создать мыльный пузырь. Это были новости на канале Инста-ТВ. Всего вам доброго. До свидания.